Забирай, покажи там всем. Да откроются глаза неверных, да снизойдет на них свет истины. Маленькая квадратная комната. Вы очень рисковали. Запросто вас убить? Мне было страшно. Таких людей я еще не встречал. Значит, вам повезло. Где, кстати, флешка? При вас мы ее не нашли. Не знаю. Этого не помню. Должно быть, было быть, но... Быть может, в сумке, может, потерял. Что было дальше? Мохит отправил меня вместе с Дякиным и храмом закапывать тела. Я и с нами еще одного бандита из своих. Мы с храмом тащили телегу, Дякин нес лопаты. Куда вас отправили? Вот просто там, в траншеях уже были, был сделан могильник. Что-то вроде братской могилы, бандит этот с нами, который напрягал. Вы закопали тела и вас отпустили? Так, как говорил Гарибов? Не знаю, наверное. Я не помню. Этот бандит точно точил на меня зуб. Не знаю, почему, но он мог меня оглушить или что там со мной было, когда меня нашли. Значит, на этом конец истории. Давайте проверим. Включите свою штуку. Так, я спрыгну в окоп.